Покупая что-то в интернете в сложившейся ситуации, самое главное – это безопасность, при которой вам не нужно не то, что с кем-то контактировать, а при желании даже из дома выходить. Поэтому Комфи запустила именно такую бесконтактную доставку нашими подготовленными курьерами прямо под дверь. Причем с большинством товаров она, считай, бесплатная – 1 гривна. Как она проходит? Сначала вы, как всегда, делаете заказ на Comfy.ua. Почти все товары помечены новой зеленой иконкой. Это и есть опция безопасной доставки. Оформление заказа работает как обычно, быстро и просто. Через минуту покупка уже в работе, и в ближайшее время начнется бесконтактная доставка. Бесконтактная она, потому что, очевидно, вам с ней не нужно контактировать. Вы остаетесь в полной безопасности. Вот ее 5 ступеней. Подъезжая к вашему дому, курьер Comfy позвонит вам и расскажет про возможность получить технику, не контактируя со службой доставки. Все наши курьеры проинструктированы и оснащены всем необходимым. Они обязательно будут в маске и перчатках. Покупка будет подготовлена к осмотру и оставлена прямо под дверью. Там же будут оставлены все необходимые документы. Неважно, какой этаж и габариты покупки, все от маленького смартфона до огромного здоровенного холодильника будет ждать вас прямо под дверью. И опять же, если это крупная бытовая техника, то при желании курьеры могут занести ее в квартиру. Курьер отойдет от зоны осмотра на 2 метра и ответит на все ваши дополнительные вопросы. Если вам понадобится помощь, он сможет подойти ближе. Еще раз, курьер в маске и в перчатках. После осмотра техники вам останется только поставить подпись и оставить нужную сумму денег, если товар не был оплачен на сайте. Да, кстати, 5-й пункт может быть еще безопаснее, если вы оплатите покупку на сайте онлайн при оформлении заказа. Это исключит и контакт с деньгами. Вот таким образом и трансформировалась наша доставка и курьеры Comfy, чтобы каждый мог получить необходимые товары, расходники и аксессуары, не покидая при этом дом. Мы сделали все, чтобы доставка была не только быстрой, комфортной и, можно сказать, бесплатной в большинстве своем, а еще и безопасной. Берегите себя, оставайтесь дома и будьте здоровы!